Это та самая история, когда Андрей становится Димой. А история очень интересна. Вот Даня, это тоже не Дима. Дима вручал майку на 15-летие недавно Гончару. Ты от нас, от всей команды подарок. Спасибо, что поддерживаешь. Что, здесь вся команда расписалась, поэтому ходи мне на игру, болей за нас. Пусть она тебе приносит. И нам удачи, и тебе. Спасибо. Прошу тебя рождения, спасибо. Серёга, давайте сфоткаем. Привет. Это вся большая семья. Все в хоккей играют. Понравилось сегодня? Да? Еще придете? Да, они не ушли бы отсюда. Такая история была, что 7 лет назад, вот мы сейчас видим Андрея, видим Даню. Даню даже еще в проекте не было, когда Дима уже в майке Торпедо здесь занимался. И вот она ему перешла. Младшему, даже не среднему брату, а младшему. Вот такая история космическая. Многодетной семьи Сергея Щеблова. Молодцы, все матчи посещают уже несколько лет. Вчера они как здорово поддержали Торпедо, его овертайм, и мы победили. Молодцы. Вперед, Торпедо! Вперед, мы с Торпедо! Тобой! Да, в Москве увидимся. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, кто вот имени? Сегодня у нас вот. День рождения. Где-то все получалось, и приходи почаще. На Торпедо, да? Потихоньку. Вам здоровья, и родители слушают. Все, идет? Давай, держи, я спущусь. На вот этой, да, конечно. Синим или черным? Спасибо большое. Спасибо, что ждете.